Всем привет, друзья мои, здравствуйте! Если вы не поняли, мы попали теперь уже в Среднюю Азию, если быть точнее, в Киргизию. Пробка из баранов. Пробка из баранов. Такая картина очень часто. Салам алейкум, брат! Хамдай! Как дела? Что он говорит? Дерелигай! Как дела? Вот такая картина, пробка из баранов. На каждом углу. Везде и постоянно. Вот помощница чабана. Вот чабан, который не говорит ничего по-русски. Как сказать, как дела на вашем языке? Кандай! А, хорошо. Кандай! Жакши! Жакши! Все, значит, спросила у него, как дела? Хорошо? Он кивнул, значит, хорошо. Вот такая пробка на каждом углу в Киргизии. Кыргызстан, так называется теперь эта страна. Вот такие автомобили катаются у нас тут. И вот, я так полагаю, здесь овец и баранов гораздо больше, чем жителей. Сколько у вас овец в стране, брат? Нет. Много? Да, это по области 80 тысяч, говорили. Только это по области? Это только то, что на пастбище Сусамыр ездит. 80 тысяч? Да. А население области сколько? Это, ну, приблизительно. Да. Может, 16 тысяч? 16, да? Да. Возможно, но точно не знаю. Так, повторяю для слушателей. Примерно 16 тысяч населения области Таласской, а количество овец как минимум 80 тысяч. Я правильно понял? Да. Отлично. И это только официально, те, что посчитаны. Вот. Мы сейчас едем смотреть музей, гору красивую. Тут недавно у нас закончился фестиваль Игры кочевников. Что такое Долуно Айил Аймагы? Переведите мне. Поселок. Боярышник. О, это любимая штука наших алкоголиков. Боярышник. Так, это куда мы сейчас приехали? Это Развилка. Развилка. Так, да, а куда мне ехать сейчас? Тебе прямо. Мне прямо, да? Да. Все, прямо, тогда тормози. Прямо. Спасибо, брат. Спасибо большое. Налево. Добро пожаловать в Киргызстан. Передавайте привет. Привет, передавайте. Это джентльменская машина. Джентльменская? Смотри, не открывается. Обязательно должен джентльмен открыть машину. А, вот такая хитрая техника. Отлично. Видите, меня обслуживают тут. Местные жители. Невесту воруем. Да? Спасибо, брат. Рахмат. Спасибо. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поделиться с друзьями, поставить лайк и откомментировать хорошими словами. Скажите, добро пожаловать в Киргизстан. Добро пожаловать в Киргизстан. Отлично! Жакши, рахмат. Давай.